В Кокшетау проходит чемпионат Республики Казахстан среди юношеских команд, частных футбольных школ и академий. Это совместный проект Лиги, ЖЕКе Клубтар Футбол Лигасы и Казахстанской Федерации Футбола. Подробности в материале корреспондента. В данном республиканском чемпионате принимают участие 70 юношеских команд со всех регионов страны. Ранее они прошли отбор в районных и областных соревнованиях. В турнире участвуют дети в 5 возрастных категориях 2007-2008, 2009-2010, 2011 и 2012-2013 годов рождения. Мы приехали из Атырауской области. Я играю за команду МФК «Бейбарыс». Эти соревнования проходили на районном и областном уровнях, где мы стали победителями. Теперь мы приехали покорить республику. Мы станем чемпионами. Мы команда из села Жибекжолы Карасайского района Алматинской области. Приехали в составе 13 ребят и 2 тренеров. Уровень игр в первый день было сложно. К сожалению, не смогли пройти в полуфинал. На следующий год постараемся стать сильнее. За звание лучшей команды в своей возрастной категории борются 1400 юных спортсменов. Для организации соревнований задействовано около 50 волонтеров молодежного крыла партии «АУЛ». Основная цель этой футбольной лиги – развитие футбола в селах, маленьких городах, а также популяризация здорового образа жизни. На сегодня в стране много легионеров, приезжающих из других стран. Но и в сельских местностях, безусловно, есть наши Месси и Роналду. Что дают мальчишкам эти соревнования? Ну, наверное, в первую очередь, это возможность проявить себя и заявить о себе, как о футболисте. В каждом городе, и здесь в том числе, приезжают руководители футбольных клубов, которые просматривают эту молодежь, выделяют кого-то. И вполне возможно, по окончании нашего чемпионата, некоторые мальчишки попадут в дублирующие составы уже профессиональных футбольных клубов. Финальные игры пройдут 5 октября. Победители будут награждены медалями и кубками. Кайырбек Тулегенов, Жүрсін Умырза, Жамбыл Балтаев, Кокше Акпарат.